джентльмен с дамой в ресторане. Официант на полусогнутых ногах спрашивает: «Чего изволите?» Мужик отвечает: «Что-нибудь экзотическое, пожалуйста». Официант подумал и предлагает: «Хм, как насчет бешеной овцы, вымоченной в текиле?» Джентльмен посмотрел на свою даму и говорит: «Полагаю, она закажет себе сама». Жена с возмущением говорит мужу: «Снова напился. Вчера я была просто счастлива, увидев тебя трезвым». Муж радостно отвечает: «Ну вот, а сегодня моя очередь быть счастливым». Однажды декан проходит с проверкой в общежитие, заходит в одну комнату. А там валяются пустые бутылки, все разбросано. На кровати спит пьяный студент. Но его, естественно, растолкали. Студент продрал глаза, посмотрел мутным взглядом на декана и говорит: «Приснится же такое!» И снова откинулся на подушку. Захожу в магазинчик с выпечкой, купить круассанов. За стойкой продавщица необъятных форм, видать, сама этой выпечкой очень увлекается. Смотрю на круассаны со всякими начинками и спрашиваю продавщицу: «А вот у этого круассана что внутри?» Та посмотрела мрачно и отвечает: «Холестерин». Встретились в лесу два охотника, первый спрашивает: «А ты почему собаку с собой на охоту не берешь?» Второй посмотрел на него и отвечает: «Да ну ее, я кого-нибудь подстрелю, а она найдет и закапывает». Медсестра спрашивает у доктора: «Доктор, вы зачем сказали 80-летней бабушке, что она беременна?» Тот посмотрел на нее и отвечает: «Ну и что, зато икота прошла». Идет мужик, а на пути пьяный плещется в луже. Мужик посмотрел на него и спрашивает: «Ты что тут делаешь?» Пьяный, не отрываясь, отвечает: «Ищу». Мужик подумал и продолжает: «Давай вместе искать». Минут 10 плескались, и вдруг пьяный кричит: «Нашел?» Мужик удивленно: «Что нашел?» Пьяный радостно: «Берег нашел». Мужик общается с доктором и спрашивает: «Доктор, а что такое традиционный наркоз?» Доктор посмотрел на него и отвечает: «А вот это больной, вам знать не положено, допивайте свою водку, вот вам еще кружка пива и лейте на операционный стол». На рынке девушка спрашивает продавца: «Почем огурцы?» Продавец отвечает: «По 60». Девушка недовольна: «Засунь их себе в попу». Продавец грустно: «Не могу, там уже помидоры по 80.